театр «Комсомолец» внутри. Дверь, вход в кинотеатр. Вот так выглядит кинотеатр «Комсомолец» внутри здания. Еще одна дверь, вход в кинотеатр. Так выглядит кинозал. Дверь открыта, посмотрим, как он выглядит сейчас. Думаю, будут восстанавливать его. Так выглядит кинотеатр. Кинотеатр «Комсомолец» внутри здания, где показывали фильмы когда-то. Хотелось бы, конечно, чтобы его восстановили.